Неделю назад позвонили неизвестного номера, предложили заняться инвестицией. Ну, я согласился, надо попробовать, сказал. Так как стартовых денег у меня не было, предложили мне оформить кредит. Ну, пошел, оформил в банке, перечислил я не им, а обменнику, ну, обменный центр, или как там называется, правильно. И после этого они перечисляли мне на кошелек приложение WSR, DSS, или как там. Поработали недельку. Ну, впрочем, прибыль неплохой был. Потом пришло время выводить деньги, и у меня просто деньги стали на кошельке. Сказали оформить страховку, потом легализация пошла. Деньги попросили, процент за вывод денег. Сумма ущерба в уровне 7,5 миллионов.